Ассаламу алейкум, айсис лар. Здравствуйте, милые. Вы часто задаете мне вопрос, в чем секрет вашей идеальной кожи? На самом деле нет никакого секрета, это правда. Я делюсь каждый день своими упражнениями и своим повседневным уходом каждый день в своем блоге. Практически каждый день, когда у меня есть возможность на это. И сегодня я хочу для вас снять специальное видео, как я вообще ухаживаю за лицом. Если вы заметили, у меня сейчас нет никакой косметики, и я еще не ухаживала за своей кожей лица. И сегодня на прохладное время, то есть холодное время, какие крема и что я предпочитаю увидеть в моем сейчас видео. Сызлар, мен тез тез савал бересіз, ла? Юзингізнің козалеге, яғни, жұнақа, юзингіз терісінің сырыныма да дейсіз. Тез тез савал бересіз бұл хақта. Мен қысқа қылып, барварыш, массаж, ба өзіңізді севіштәді байтышы мүмкін. Көпчелігіңізді қамшу жауаптар бар, лекен бүнге қарамай, сіз тез тез яғни бера бересіз, бера бересіз. Агер етібор берген болсаңыз, хозыр хеч қандай косметикам йоқ, ва барварыш хам қылмаген ма юзімді. Ва хозырге, хозырда айна сізлар үчін өз барваршымны видео еліп көрсімақчыма, болышымақчыма. Башладик, начали. Это был мой повседневный макияж, немножко туша, карандашик и блеск для губ от английского происхождения нанесла. И это был мой ответ на ваш повседневный вопрос. У меня харколик по вашим, вам макияжем по дозам года. Сызлардың тез тез келіп тұратын сауалдар емес деп жауап бере алдым деп ойлаймын. Қолданылар емес, кейінгі видеоларды яғни массаж техникаларымен бөлісуді ұнатамын. Әлбетте омыртқаңызға жәрдем берсін ұнатпаймын. Обязательно не забывайте подключать помощь к своему позвоночнику. До новых встреч в новом видео. Кейінгі видеоларды көрсеңіз, чекайте.